Всем привет, дорогие друзья, с вами Яксанас, и сегодня у нас снова видео заруб стримеров. Сегодня со мной будет играть... За честные битвы. Да, именно, за честные битвы. Так, и можно сказать, Зевс Фристайл сегодня залетел ко мне на стрим, но не сегодня, это запись со стрима, поэтому, ребятки, решил тоже сделать с этого контентик. Почему? Потому что не все были тогда на стриме, и будет интересно посмотреть эти каточки. Друзья, перед просмотром обязательно поставьте лайк, подпишитесь на YouTube-канал, ну и, конечно же, не забудьте поддержать хорошим, добрым комментарием. Обязательно, это просто must have. Ну и что могу сказать, две каточки против, одна каточка за, это говорит о том, что сегодня здесь будет три игры. И конечно же, друзья, не забудьте посмотреть другие видосики на моем канале, рубрики «А что если?», рубрики «Зарубы стримеров», рубрики «Хай ББ», что хочешь, фишки, ловушки, все, что хочешь есть, обязательно залетай еще на шорты. Шорты тоже немаловажны. Ну и что, друзья, приступим к этой зарубе честных битв. Поехали. Так, Лига Дига, брат, тебя ждем и стартуем. Пацаны, в общем, сегодня у нас определенная стратегия. Это нам необходимо сегодня по СДшке играть и будем пикать. Первая игра, первый персонаж. Вторая игра, второй персонаж. Третья игра, третий персонаж. Поняли, да? Сила, ловкость, интеллект, соответственно. Вот и все. Вот и все, ребят. Вот так и будем сегодня плеять. Так и будем вот так вот сплеивать. Мотор был здоровым, брат. Удачи. Правильно, брат, правильно. Если мотор здоровый, то все получится. Салам. Первый пропущу. Пару раз пароль неправильно ввел. Скидывай, чтобы спонсор на месяц. Все, Лига, я вижу. Лига, вижу. Алексей, там 100к надо, дядь, на 100к байтит нормально. 100к байтит нормально, дядь. Куравнику плау. Унка. Как я и говорил, первая игра. Героя берем, который в первой у нас колоночке, ребят. Поэтому берем кунку. Поэтому берем кунку. Погнали, центральный коридор. Не-не-не, у меня челлендж. У меня челлендж, брат. It shall be done, брат. Погнали. Курау не куплау. Дивзати, курол. Да, не знаю, что он решил зайти. Чисто по кайфу. Парнишка сыграть хочет. Да пусть, господи, какая разница. Если ребятам интересно заходить играть, это наоборот круто, реально. Это наоборот круто. Наоборот, круто. За честную битву, да? И чё, заруба стримеров? Все. Ну, я мог Бонника взять. На Боннике изи катка. Но у меня Чаленги. Я по Чаленги играю. Только по Чаленги. Зевзаси. Курани куплау. Шоди, Лига. Так, на Next, да, плеешь? Окей. На next. Хорошо, ребят. Погнали. Салам. Вай, не лагай, да? Андайнги, вокеры.
Нормальный у них пик. Меты могут перебить, но у нас тоже есть контроль. Тоже есть контроль. Сейчас от инвокера попролагает. Нормально. Найкса есть чем перекрывать? Да, в принципе, есть. Погнали. На чиле, на расслабоне. На челобосе. Вокер на миду будет, да? Иншлёкер. Иншлёкер на миду. Казак сгазует у меня на миду. Будем с ним стоять газовать. Казак сгазует. Когда буду крипа добивать, надо кричать НА, да? НА! 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 Вот так вот, дабл килл. Трипл килл. Сапожочек, тплшечку. Дальше батлигу. Оп. Ныа. На тангусах будет. Ныа. Пик вроде как будто получше. Не знаю, дядь. Разницы не имеет, главное геймплей. Кунка может такие вещи делать, дядь. Что вообще страшно становится с игры. Поэтому, камон, everybody move, дядь. Так что, нормал ды. Здорово. Чё ты так грубо? Не надо так грубо. За что ты так грубо? Здорово, сколько у тебя стоит реклама канала в Ютубе? Смотря реклама чего, дядь? Канала в Ютубе, но если ты играешь первую доту, то не знаю. Я обычно вообще ничего не рекламлю. А если ты играешь вторую доту и просишь рекламу с первой, ну, по-моему, нет смысла вообще, как будто. Нет, мне проще, наверное, не делать, чем делать. Потому что как-то... Не знаю. Проще не делать. Как будто проще бы и не делать, дядь. Привет. Да, главное по кайфу, чтобы было какое-то там... Любови там. Секаса, знаешь. Без всякого вот этого вот. Без всякого, дядь. Вроде там взялся за свою стратегию. Пофидонить немножечко. Шоди, брат, ну не надо. Ой ты, алакрити бафает. Прикинь, какой он шлёкер. Алакрити кастить умеет. Неа. Чё, будешь душить до талова? А, подожди чуть-чуть. Тайтбрингер. Заряжу. Да-да-да. Да-да-да. Не, ну задрот на инвокере. Прям алакрити кидает, побеждает. Вы видали такого? Стара Данадор, дядь. Прям как будто бы задрот на вокере. Хорошего стрима, здорово. И тебе. Как дела? Шоди вообще красавчик. Прям лучший. Забавно играет. Он бывает очень сильно проседает, а бывает прям нормально. Может раздать стиля, так сказать. Ух ты. Нифига себе ты, брат, так сильно не дамажь. Иншлёка. Алакрити кидает, побеждает, дядь, видел? Красава.
Да ты что? Опа. Жалко, крипа не хватило. Все, давай, best of 3, дядь, на SF-ах. Давай дамажиться. А чё нет? Готов? Жалко, крипа одного не добил. А чё кол? Ух ты, дядь. Так сильно не надо. Чё, погнали на базу, слетаем. И let's go. Ну, кстати, стоит он еще нормально на вокере, более-менее. А лакерти бафает и просто дерется, и все. Ну, такое все равно. Я бы кунку, наверное... Ух ты, не подпустил бы вообще. Наверное, бы вообще не подпустил. Хитрый, блин. Это ганги были, пацаны. Если что. Пойдем на руну сходим. Давай, давай, стану ему, дядь. Стан, ну ты чё? Эй, Шоди. Ну ты жесть, конечно, чувак. МП, да в смысле МП? Ты чё, на рофле, что ли? Ладно. Забавно, конечно. Не, ну если Шоди так будет играть, то как бы ГГ ВП изи катка. Чаленги как гудбай, типа хейтить. Да не думаю. Но все может быть, конечно, но не суть. Камон. Серьезно. Все возможно, дядь. Ну, если Шоди будет станы тогда так давать без, ну, вместо этого. Моноберны вместо станов, то, думаю, да, проиграем. На бойнике увереннее было бы. На кунке. Кунка есть кунка. А этот отхиливается там в кустиках сидит. ХП не это, не подводит в диапазон. Такой опасный. Я до Талова, дядь, пойду душить тебя. Ты что думаешь? Кунка не сдается. Кунка не сдается так-то. Как меня зовут? Меня Мага зовут, брат. А тебе как зовут, брат? Срал драла уже армлет, вы видели? Ничего себе. Ну, урна. И поехали. Куравнику плау. У нас есть еще. Нормально, быстро армлет он там. Быстренько армлет поднял. Куравнику плау, брат. Бери. Минус. Это мне не надо. Куравнику плау, брат. Нормально у меня, кстати, крипинга. Здорово. Я не хочу, блин, когда ты вот это сутулишься, пишешь. Не хочу тебе отвечать даже, дядь. Не понимаю, что это значит. Так как-то непонятно выглядит, если честно. Ай, бро. О, крипочек подработал. Хорошо. Behind. Хорошо. Сейчас уже кресточек. Еще разочек. Кресточек еще разочек. Еще разочек. Ну-ка, детка, щелкни еще разочек. Куравнику плау. Привет, хорошего стрима. Здорово и тебе. Как успехи, дядь? Го нагибать.
В смысле ты не закрываешься? Escape нажал же, ши. Сэр, да, сэр. Сэр, да, сэр. Let me face to peril. Сэр, да, сэр. Кстати, не перебьем. МПшки нету. Урны нету. Такое себе. Не перебьем. Урна нужна, чтобы перебивать. Что-то надо было там, наверное, раптуру закинуть, дядь. Лордара. Не пробиваем. Раптуры нет, но вы держитесь. Кого-то другого раптура, по-моему, запихнули. Курау не куплау, брат. У него ТП. Но надо вместе, толпой. Я не знаю, урну взял и что-то как-то... Пока ничего. Урну взял, пока ничего. Фига себе там. Погоня. Ну. Погоня. Ну, если кто-то спереди меня ТП-шился, я на крест могу подсадить. Ребята тоже ТП-шился. Ладно, я фармить пойду, АФК просто. Выфармлю армлет и буду душить. А Мартретка ему вообще ничего не сделала на лайне. Мартретка немножко так посильнее, чем Слардар на лайнинге. Но она опытнее, чем эта Мартретка. Поэтому как бы... Как бы она там вообще ему ничего не сделала. У нас Шоди тоже рофлит там. У них пик поприкольнее, мне нравится их пик. У них инвокер, это лейтгейм хороший у них. Я на кунке не уверенно себя чувствовать буду. Ну, буду делать, конечно, стандарты, да, буду делать, но мне кажется, все равно. На бойнике прям вообще изи-катка была. На бойнике инвокера за 4 сфидил бы. Крипам бы не подходил, а так хотя бы он фармил. ТП-шек нету. Мид поломать. Нету ТП-шек, он спокойно зайдет, убьет. Погнали ловить рыбку. Ух ты. Нормально верт там ему, да, грязи создает. Нормально так. Хорошо. Узгами тактикс. Ну, сюда. Узгами тактикс. Но мы его не убьем, если что. Б. Пойду на базу схожу. Здорово. На базу пойду сбегаю. Сэр, да, сэр. Ну, дуэль можешь ждать.
Ну ладно, окей. Очень странно, ребята, что там. Против Дима играю, брат. Выиграет он эта катка. Ведет сильно душитка. Шоди чё-то вообще как будто не Шоди играет. Ой, хорош. Убился в Карапас, нормально. Здорово. Ладно, я не буду больше так тпшиться. Мусорный тп какой-то получился. Вообще мусорный. Давай, давай. Прям мусоревич тпевич был. Прочитал, что на низ пойдут. Но, к сожалению, ничего не смог добиться, ребят. Ничего добиться я не смог. Наша жизнь, она такова. Сегодня я рак, завтра я пра. Сэр, да, сэр. Чё там? С вендеттой? С урной? 1200 хп, ПТшечка. Батлига, брат. Понял. Понял, бро. Ну, Шоди, не убить его. Немножко тяжеловато будет. Не, замедлило. Как? Вообще жесть. Ладно. Печально. Шоди на рофле. Шоди на лютом рофле, брат. Вообще, рафлан. Щичка. Сейчас дагерочек сделаем. Дагерочек. Я по фармлу, Хейн. Дядь, ну по фармлу сделай, я тоже дагер хочу. Вон они в миду. Фармят тоже. Можно бы как-то подраться, я тут думаю, как бы вроде. Офигеть. Это, конечно, подстава. И в помойку. Я пошел фармить. Ну, типа, я манал такое. И вот сейчас это тоже сфидит. Они там еще и комбо-вомбо с этим, с Найксом. Надо дагер выфармить. И все, и манал я. Дагер надо выфармить. Сейчас просто Слардар дагер сделает. Мне, например, мне будет тяжеловато. Ребята, там у нас Лего есть. Лего тоже активный герой. Но у Леги 0-1-0. 18-я минута. У него 0 дуэлей за, вот, за всю вот эту начальную игру. 0 дуэлей. Что, вдумайтесь. 0 дуэлей. За 18 минут. За 19, извините уже. Это максимально хреново. А я так чувствую, сейчас они меня там с этим Узгаме Тактикс будут по КД вдвоем принимать. Лардар, а как? А что? А как? Почему Мортредка? Где Морта? ВТФ. Какого хрена? Почему они Рошана нашего бьют? Мортра под вардами зашла? Жесть. Томбу, томбу.
Хорош. Просто жесть. Что за хрень? Как они Рошана отдавать начали там? Я вообще не выкупил. Ох уж этот Рошан. Чаленги? Кто чаленги, брат? У меня чаленги. Сегодня играем по тавернам. Свояз нехороший. Свояз? Кто такой Свояз? Сралдрал? Нормальный сралдрал, дядь. Агрессивный сралдрал. Под Найксом грязь будут делать. Это мой интернет. Но у них тут вард стоит, да? Хорошо, отработал. Варды стоят, они бы так не шли в наглую. Там мой интернет, я в рот их долбил, этих на провайдере челов, это просто ужас какой-то. У меня каждый раз такое дерьмо. Каждый раз, каждый божий вечер. Каждый божий вечер, куча вардов. Так, ну что, в пятером будем играть? Пойдем по низу, может. Го, по ни... Го, варды по низу МБ. Нормально, до хака. Кстати, есть такое. Есть такое. Другого игрока с этого репорта, который был с МХ. Это нормально, это жиза. Это жиза, дядь. Так, Boots of Travel надо. И один блейд мы дропнем. Так вот сделаем. Погнали. Next, Буриска. И let's go. Буриска и let's go. Репира. Но сначала сделаем Буриску, дядь. Буриску сделаем. Буриску сделаем. Одного чела в айкапе давил, да он что сдал меня. Офигеть, дядь. Соболезную тебе. Братка, это хреново. Ох, что ж, Шоди. Гохаге. Че мы моросим? Погнали хайграунд. Нефиг тут делать. Буризу сделаем. Сейчас чуть подфармим. Реально трансляции, да? Да, брат, реальная трансляция, брат. Реальная трансляция,
Что ты, не веришь, что ли? Вот видишь, тебе отвечаю в чате. Зря они так отдают. Они могут драться. Инфест бомбу и поехали. Чё они? Сдались? Очень странно, конечно, выглядит. Смотрел стрим сквозь сон. Ты говорил, не любят у кого-то на канале. Про кого речь? Не буду, дядь, форсить. Вообще неинтересно про этих людей говорить. Хотел бы придумать своего героя. Были мысли, какие скиллы бы сделал. Да, было такое, дядь. Как-то тикет даже на сайте писал. Тикет на сайте даже писал. Че, медуз суета? Что инвокер делает, вообще не выкупил. Это жестко. Нормально дабл-клик дагерами. Нормально он вылазит. Ой, жесть ты, чувак. Ой, жесть. Вчера один час за 4 минуты катку играли, там адмиралом игра против нас, сотня игра. С чего игра? Спотная. Спотная, дядь, это как понять? Спотная игра была. Спасибо, не за что. Да, знаешь, что насчет героя? Я бы хотел, чтобы стандартного МК завезли сюда. Но не хочет он. Неинтересно ему почему-то. Вообще неинтересно. Классный герой МК, вот чё? Пропишите своего тогда героя на айкапе. В чем сложность? Своего пропишите героя. Они не хотят добавлять с другой карты просто, и все. Не хотят. Не хотят почему-то. Прописали бы тогда своего героя. Вот и все. Кушать вообще отказываются, сдаются очень редко, да реально команда играет в ВС. Не-не-не, дядь. Не, ты че? Такое очень часто, когда они очень сплоченно играют. Камон. МК это кто? Mortal Kombat, дядь. Странная игра максимально. Ой, жесть. Окей. Там баланс. Команда очень жесткая внизу. Там все три КДшные. Три КДшные, ребята. Поехали. Свинья. Let's go. Свинья так свинья. Выполняем челленги дальше. Ральф Стрилин. Нифига, Ральф Стрилин, это, конечно, жестко. That was my plan. Спасибо. Да не за что, дядь. Двадцатого ДР можно залететь? Конечно, брат. Конечно. Валейкум ассалам. Приятного вечера и тебе. Огри маги, брат. Пизда, как будто чилал, смотри.
Гринч на алхимике. Неудобно смотреть, зайди на канал. Зайди на канал. Там есть фулл стрим, чувак. Можно мне соло? Трау. Я стакаю коктейльчик, дядь. Коктейльчик, знаешь, как называется? Секс на пляже. Через полтора часа, дядь, родился. Нифига себе ты. Бро, ну, днем рождения тебе, дорогой. Всех благ. Здоровья, любви, счастья. Уважения. Ну, завтра, дядь, слот выделю. Не сегодня. У тебя день рождения, так понимаю, 18-го. Пошел за стиками. Пора, дядь. Чата не даю слоты, брат. Сеи маля, тюна. От души, брат, да ну, красавчик. Пивас решил попить, дядь. Не, я не пью. Но я себя ненавижу за то, что пью энергетики. Просто терпеть себя за это не могу. Для настроения пью, не знаю. ППС 60 всегда. Блин, я буду по КД в Думе бегать в этой катке, да? На ЕКС там. Нифига, он на ЕКСе решил задышать. Жестко будет. Герой какой, дядь. Не знаю, я на всех играю. Мне не принципиально. Сегодня вот челленджи выполняю. А играю СДшку. Ой, вторую ячейку. Так это вторая игра. В этом смысл, блядь. Сам себе челлендж дал, то, что в ТГшке размещал, поэтому следите за ТГшкой, ребята, чтобы не пропускать, так сказать, интересные игры, челленджи. Для сердца плохо, брат, да, знаю. Для сердца плохо, дядь, согласен. Очень плохо. Согласен с тобой, братка. Очень плохо для сердца. Тут согласен, бро. Для сердца очень плохо. Третий спелл по сивка зависит от второго спелла. Ну, они сочетаются. Чем сильнее у тебя двойка раскачана, тем сильнее тройка может подспреить. Ну, то есть, дэмэдж тройки будет. Магаз отправлю. Курумагас. О, здорово.
Урумагас не отправлю, да? На низу суета. Мне мид надо было на б на свинюки идти, дядь. Нет, я не настолько больной, если честно. Я играю там, где я должен играть. Я сегодня по челленджу играю. Я сразу в ТГшке дал оповещение, чуваки. А есть такая фраза: если пацан сказал, пацан сделал, чувак. Вот я делаю. Я делаю. Надо на базу смотаться. Пойдем на базу сходим. Пусть спека пофармивит. Point booster взял, мана дает. Сколько раз можно так делать? Если бросить point booster и взять, мана сколько дает? Мана сколько дает? Не знаю, брат. Есть Dota 2 норм качества, мне интереснее во много раз. Айдар, а ты играл первую доту? 15 лет назад хотя бы первую доту играл, чтобы говорить, что она интересная, Dota 2. Вот, дядя, мы играли. Молодость всю здесь просирали. Так что, камон, братан. Расслабься. Чилаут, брат. На мид бары нормите? Почему нет? 90% мид выигрывал на баратруме, чувак. 90%. Вообще налегке. На баре нормально. Чё нет-то? Бара это бара, камон. На баре левел поднял, пошел за гангал. Все, изи катка. И на горе, не на сикапе. Ну вот, брат. Значит, знаешь. Правильно? Дорогой мой. Значит, знаешь, в чем соль. Мы кайфуем, брат. Прикинь, жена в шоке, что ты 60к подписчик, сидишь онлайн, с нами общаешься. Прикинь, брат, бывает в жизни. Я тоже того же мнения, брат. А что он там так бычит? За душу? Какой гайд собираешься делать, дядь? Никакой, все гайды есть на канале. Конечно, играл Dota 2. Два года играл Dota 2. А сейчас пью коктейльчик, брат. Кайфую. Гоу, страйфанисим бэ. Поехала. Давай, Шоди. Ой, Шоди. Дорогой мой, Лига Дига. Улетел. Понял тебя. Прикинь, суета, заруба. Крюкает на английском. Ну, походу. Ушел, надо было сразу. Опа, вот он, дядь. Давай, я давай. Я не видел женщин, бро. И кромжон, брат. Алейкум, братан. Алейкум ассалам, брат. Если не сложно издержку, твоя команда только силачей, вторая ловкачей, спасибо большое. Бро, ну, не обещаю, что получится. Но я попрошу на next. У нас силачи, а у них только ловкачи. Правильно? Я попробую делать, хорошо. Ой, подстоять АФК 5 секунд. Ну что ж такое-то? Все, постоял, дядь. Ну, хорошо, я попробую. Спасибо, бро. Чива, да? Нет, брат. Да меня там загрызут, там контры очень много. Там Найкс один только что стоит. Поэтому гоу на базу. Базу. Спасибо, брат. Ну давай попробуем. Спасибо. Толстый против худых. Получается так. Погнали помогать своим чебуречкам. Сейчас кура что висит? Кто-то куру послал, да? Или это я послал? Сей маляй в тюна. Идем.
Погнали, что они тут себе позволяют, эти челы? Тут фармят они. Поехала. Не в тот район зашли, пацаны. Чисто не в тот район забрели. О, гармак для начинающих, конечно, брат. Там спека фармит, все фармят. Тяжко будет, да, парни? Попробуем. Первым артефактом лотос бы сделал. Сегодня видел гайд на морт на твоем канале. Удивился от того, почти не бомбил шейкер при игре. Дядь, это вообще жесть. Это классика, это искусство. Агур идет, агур. На каточку порочку, дядь. Хорошо. Опять портуется. Фига шандарахнуло. Брат, сам в шоке. Залагало. Нифига себе. Давай, давай, души. А, ты четвертый левел. Видели, как у меня дилей был? Где-то секунды две, наверное. Здорово. Ладно, зря я фиданул, мог спокойно отстоять, чуваки. Без левела, я думал, там левел есть. Ну, ракобесы, походу, у меня в команде. Уж эти раки в тиме. Для чего эта сумка? Сумка? Какая сумка? С дастами? В смысле не требует. Ты стакал для кого? Для саппорта. Лига, забеги, да? Поехали. Есть у меня по КД, пацаны, фидит. Ладно. Стан. Все, хорош. Ой-ой-ой. Вот эта лига молодец. По идее, на этом. На трале постой, АФК. Просто на лайне апни ЛВЛ 6. Все будет нормально. Да расплакався. Не надо плакався. Играть в эту игру сколько планируешь? Долго, брат, буду. Че, есть клип за донат? Конечно, есть. Поставил, дядь, и кайфуй. Конечно. Конечно, брат, настоящий. Они настоящие. О. Товер. Я с той стороны откуда невозможно донатить. Ничего страшного, бля. Давай, Шоди, я верю в тебя. Резче, резче, резче. Хорошо, и в атаку. Ну, лига. Что-то лига потерялся. БХ, трек подкинь.
Хорошо. Вот, и почти 6-й левел на трале есть, чувак. Меньше плаки-плаки, больше нормалдаки, дядь. Я сейчас посмотрю, я, по-моему, знаю, кто это. Что за черт на спектре. Паузы ставит. Вот меня и прикалывают челы, которые мусорочки заходят, это повыпендриваться. Сейчас посмотрю. ПГС, вот эти вот. Нет, вроде не он. Ну, наверное, он. Если КГ флаг, по-любому он, я тебе отвечаю. Сейчас проверим. ППВ. Макдональдс, ну хрен его знает. Гоу. По предметам, где что купить для защиты, для атаки. Ну, дядь, такого прям... Для защиты, для атаки такого нету. Я не вижу смысла такое писать. Честно говоря, брат, без обид. А вот гайд на новые артефакты, условно. Октарины, лотосы. Такие есть. Такое есть. Да, еще и паузят. Смотри, 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 помощь нужна. Возвращай его. Ну тебя ладно, и так порвем. Ох, Бэйн, good like, гоу туда. Вернешь кого-нибудь? Никого не вернет, да? Ну жесть, что за лаги? У меня видели как? У меня как будто мать лагает. Вот это матерные лаги. Пойдет. Это лаг вот этот, видели большой вот этот лаг? Это, скорее всего, лаг системный. Это не айкаповский лаг, потому что у меня все повисло. Даже мышка не работала. Это системный лаг. Мне, походу, в скором времени надо комп почистить прям. Это, походу, печалька. Хен, ты знал, что скоро выйдет 400 карта, 4 карта, как думаешь, будет что-то новое? Ничего не будет, братан. Не героев на драмочке популярно, других в рамочке. Основное название, дядь. У всех героев имеется основное название и название второстепенное, которое посвящается либо его имени, либо какому-то очень легендарному игроку. Вот и все. Только так, дядь. У меня тут секс на пляже. Воняет. Хочешь прикол? Чё? Стою, короче, стоячки вышла. Пацаны клеятся возле машины. Ну, малыши.
подростком. 10 лет. Плохо. И один такой. Супра, Супра, да, это Супра. Это есть такая Супра, это GDI. А, GDI Супра. Какая-то. Ну и короче, что-то это за что-то. А, я подхожу. Это ваша? Мама ее. Я говорю, да. Эх, Найкс уйдет, да? Да. Короче, пацан выделывался, что он все про машины знает. На самом деле, это Селика! Сюда. Можно с тобой встретиться, я твой фанат. Блин, страшно звучит, когда мне говорят, давай встретимся. Я боюсь, брат. Я твой кумир, брат. Бро, боюсь, честно говоря. Встречаться. А это не значит, что я завтра тебя не разбужу? Что? Я не хочу сегодня допоздна. Цветок для чего? Отражение направленных способностей. Могу пропасть анимация скиллов некоторых. Могут, приветик, брат. Приветик, мой слава. Привет. Как делишки у шалунишки? Пойдет. Давно тебя не смотрел. А тут бац, уведомление от тебя. Что пупсик стримюет, передаю пламя. Стримюет, бро. Пупсик в попучку. Попучку, дядь. Спасибо большое. Приветствую. Спасибо, дядь. Откуда? Я с России. Юзина Гина Флоу и Нарила Гунайт. Чё говорила ты? Не понял. Ну, допоздна это 12, по-любому я до 12 здесь. Хочешь, час ночи туда поедем, у меня разницы нет. Я даже за руль. Красивая песня, брат. Кто во семье Керри? Эй! Сосак, кто в семье у нас? По-моему, очевидно, кто сосак. И сосак. Нюбира, бачим бари. Гибицами, дядь. Спасибо большое, дядь, за трек, за поддержечку в целом, от души, дорогой. Братан, какой город? Туапсе, дядь, Туапсе, город-герой. Ну, помогите, кто там, а, это иллюзии стоят. Я очень медленный. Давай-давай, стану ему вот этому. Вот эту кириешку надо забрать по-любому. Хорошо. Кириешку по-любому надо забрать. Правую сторону закончили на машине. Остается левая сторона и песок остается. Сегодня дойдем. Любимый герой. Братан, не знаю, я всеми героями играю, мне не принципиально. Можно звук свиньи уменьшить? Нет. Привет, Алекс. Как дела, дядь? Как ты? Как дела, дорогой? Без тебя играешь всегда лаги, когда два нажимаешь. Тупит. Да не-не-не, у меня системный лаг какой-то был, чувак. Какой-то системный лаг был. Что мне нравится в свинье, он жирный, дамага есть. Ты на Екс поймали. Такое себе. Double kill.
Упса. You see me in a flow, Anarina, real nice. Номер один, брат, не знаю, я за Узбекистаном, брат, не слежу, честно говорю. Я знаешь, что делаю? Вот, брат, сижу вот. Чё, настроения нету, что ли? Да дядь, да там, как бы, понимаешь, надо потеть, а я не хочу. Я просто играю. Привет, Иван. Жестко шучу про жену, дядь. Я про тебя жестко шучу? Да. Тебе обидно? Такое. Ты обижаешься на меня? Ребята, в поддержку жены. Ну-ка, 20 подписочек. Намутите, пожалуйста. Она очень хочет. Сделайте 20 подписок прямо сейчас. Она в кадре появится. Ребят, кому не сложно, пожалуйста. 20 подписочек. Привет, Саша. 20 подписочек и жена в кадре. Быстренько. Я ус разобрала. Ладно. Что у меня с мышкой, ёбан? Го, ХГ. Ну-ка, 777 уже, ребят. Осталось чуть-чуть. 20 подписок всего. Next go to scar, брат. Брат, я челлендж делаю. Мне все равно. Вот это я понимаю, подписочки пошли. Дастов нету, да? Спасибо за подписку. Ну, 84, ребят, еще 16, вы чё? Всего 4 человека подписалось, да? Спасибо большое. Убился просто. Б. Вот так, 11 подписок. Когда ты озвучил, было 7. Ты чё, чё, Саш, не пали. Не пали. Не пали. Привет, хайскилл. Нет, отписаться, подписаться так не работает. 10 человек, ребятки, еще. Кто не подписался, тот секс на пляже. 2.9 тебя кикнули. Красава, дядь. 7 человек, пацаны. Ну, срал-драл, брат. В атаку. Спасибо за подписку. Спасибо за подписку.
Уже подписан, от души идет. Дастов нет? Печалька. Выручил. Во, 4 подписки еще, ребят. Это мало. Что, 4 подписки? Сказал 20. 20? Ну там подписок 30 привалило. 3 подписки, ребят. Отправила через свои невесты фотки, она даже привет не написала. Ой, что за говно ты мне кидаешь? Подожди, плевок носорога дай тебе кину. Плевок носорога. Так, ну уже 800. Еще 5 подписок, ребят, и все. Кадр зайдет. Если что. Еще 5-6 подписочек, и по-любому зайдет. Рутоп. Заруба фидеров. А, он написал, да. Да не, он хорошо сыграл. Не знаю, Дум что-то игнорит файты. У меня тоже, ребята, начало все восрали. Я тут, можно сказать, на своем горбу. На свинячей жопе, так сказать, выезжаю. Лотус имба, дядь. Да иди, я же задиспелил. Не надо жену показывать. Ну все, брат, не буду. Ребят, Ислам сказал, не надо жену показывать, поэтому все. Спасибо всем за подписки, но Ислам запретил мне жену показывать. Ты же сказал 58.00, не мужик. Брат, не мужик. Не зассал, не мужик, брат. Ислам запретил. Слышишь, Кайрат, Ислам запретил жену показывать. Все, к сожалению, брат, видишь как. Бывает в жизни огорчение. Запретил он мне. Чего? Не сосал не мужик, походу. Что ты делаешь, тряпочка от сапфирной доски? Но... Я вытирал ей стол. Чисто, вот, если бы... Я вам отвечаю, ребят, если бы Ислам не запретил, то Кристина бы в кадре появилась, ребят. Спасибо всем, ребят, кто на стриме от души. Но еще 810 подписок, отвечаю. Кристина появится в стриме. Вот это мьяцо. Че, погнали, ребят? Вроде никого не забыл. На ней 1к еще один слот. Хорошо. Так, слышишь, уже 10 подписок уже. Ну-ка, иди сюда. Ну-ка, давай, иди сюда. Я уставшая лицо. Что мне делать? Все, можешь здесь постоять. Все, постояли. Как проходят мои дни, да? Тебе нужно сделать этот... как его? Чисто сторис. Так, как проходят мои дни? И оттуда вид. Сидишь за своим компом и снимаешь меня, что я сижу как задрот каждый вечер. Если бы ты сейчас не сидел, ты знаешь, что ты сейчас сделал? Что? Я все забрала бы и поехали бы. Ой, бро, прикинь, с тёлкой. С тёлкой едешь, пьешь коктейль. Очки солнца ночью не светят, вообще кайф, пацаны. Ну, слово сдержал, пацаны. От души каждому, кто подписался. Спасибо за подписку. Пойду там интернет вырублю. Ну, сейчас на
домой я поехал. Пиццей. Ой, с пиццей. Не, мне на пиццу еще сегодня не задонатили, чтобы с пиццей ехать. Марио, до 11. До 11? Не, ну пицца сейчас сколько? Сколько? 750 рублей мы пиццу брали, да? Жесть. Блин, это жестко. Приветствую. 5 лавкач, 5 силач. Да-да-да, сейчас будем делать. Так, у нас ловкость. Самый лучший лавкач кто? Дядь, ну попросил, а там не знаю, как будут брать они, нет. Как ты? Я нормально. Пойдет. На 700 рублей у нас можно 3 пиццы купить, средние и колу полторашка. Нифига себе, брат. Не, у нас не такие цены, дорогой. У нас, к сожалению, такое себе. I'm here as always. 750. У нас пицца только 750. Кола полторушка где-то 180. Будет где-то так. Price of the moon. БХ? Не-не-не. Можно БХ. 100 не гиганта взяли. Можно через РНЖ сыграть. Кого пикат? Шоди, брат. Вивера. Бери. Знаю. Ты умеешь. Лучше. Не лучше, брат, но спасибо. Вай, братан, куда ты? Дома сквозняк или кондёр? Кондёр, дядь. Кондёр. Как задонатить с Кыргызстана? Брат, с Кыргызстана задонатить через этого. Артур донейшн, брат. Так, ну этот мид пойдет, товарищ наш, да? Ой, я встану. Без кондера от духоты с ума сойти можешь. Да, брат, как у тебя дела? Напиши. Да, Зевс играет. Не понимает по-нормальному, значит, по-плохому с ним. Куда его? Спасибо за подписку. Потма. Ази, Карол, да, брат. Спасибо за подписку, парень. Расскажи о себе, Хен. И в наше время было куда интереснее, чем сейчас. Так, они всех силачей взяли, а мы всех ловкачей. И Кромжон, брат. Ну, ребята поддержали тему. Если что. Опа. Хорошо, туда его. Ну, я пятиминутку поймал. Хорошо. Хилочку дай. О, спасибо. На руне. На руне палка, видал? Как это? Это не... Это Шоди. Это Шоди, брат.
Это Шоди, брат. Ураунник уплал, брат. Все, можешь отдыхать на Леорике. Хорошо. Раунник уплал. Я почитаю, дорогой. Что ты там? А кто там в кустиках стоит? Я понял. Ну, выживет, кстати. Ну, Патма, не знаю, могла выйти так-то, ну. Он в кустах челобосит. По кайфу. Выйди, да, мы убьем его спокойно. Прямую ару не задоджил. То есть... Блин, не могу почитать, дядь. Улучшение. Много еще сделать. Да, много, дядь. Ну, Леорик такой себе, чел. Я вообще без фарма. 6 крипов. Phantom Heroes Fly. Третий левел, добрый вечер. Ну, ты мощный, бро. Видео на речке когда? Не будет, дядь. Я его харасить не могу вообще. Один разочек забрал, левел апнул уже, тяжело будет сейчас. Тяжело. Люди, которые... Плохие люди, да, дядь? Бей! Я не заберу его, бей! Пожалуйста. Ой, хорошо, не промахнулся. Но ару, брат, божественная. Ару божественная. Траксу выберешь или вертолета? Траксу. На верте неинтересно будет. На траксе прям то, что нужно. На траксе то, что нужно, дядь. Верт скучный. Какашка. Мне тоже можно играть с вами. Можно. Успел, заходишь, играем, брат, и все. Ух ты. Сейчас 6-й левел апнем. Сейчас бы спамить без... Солринга. Он жесть, у него левел, короче, поняли? У Леорика левел апается быстрее, чем у меня. Хотя я его перекрипливаю. 12 крипов. Перекрипинг.
That was my plan. Спасибо, Хен, за два катки. 4 мость. Че мост, брат? Не за что, брат. Тебе спасибо за то, что зашел, сыграли. Спасибо, брат. Я никогда не брал топ-1, чтобы мне его брать снова. Десятку входил, но мне не нужен этот топ-1. Спасибо, Чемост, брат. Молодец, на Мартретке очень бодро сыграл. На Думе что-то ты... Если бы меня захейтил, вы бы выиграли, брат. Так не люблю, когда меня хейтят на стриме, прям аж ужас. Спасибо большое за игры, брат. Так, ну реса у него нет. Салам, Хен, хорошо вечера. Был огонь, хорошо сыграли. Да, он молодец, но у него именно задача была, он зашел меня хейтить, ему за это платили, понял? Нормально, задушил оного. Сара, брат. В фермерах играешь, брат. Помидоров, огурцов побольше, брат. Это как бы залог успеха. Эти салаты очень полезны. Помидоры, огурцы, брат. Музыка Арио, брат. О, мунлайты, хорошо. Что-то их тут многовато. Твоя жизнь. Надо, дядь. Пусти, пусти, пусти. Так вот хейт. Чем Лёрик мид? Не знаешь. Вилла дает армор крипам или убирает его. Души. Души его, души, туда его. Туда их. Альтер-эго, привет, брат. Спасибо за подписку. Хорошего, брат. Хорошо выделю, брат. Спасибо большое. Как успехи? Будет возможно, чекни мое сообщение выше. Дядь, пожалуйста, скопируй его, еще раз пришли. Умоляю. This is
the future. Ой, мама. Evolution. Спасибо, дядь. Твоя команда должна быть силачами, а враги ловкачами. Блин, ну... Разве? Сенты, силачи, скоржи, ловкачи. По-моему, такое условие было, брат. Блин, где смол? Разве нет? Блин, ну даже с другой стороны, если не так, то, ну... Силачи, сенты и скоржи. Какая разница-то, в принципе? Мы на ловкачах играем, они на силачах. В принципе, разница небольшая, я думаю. Ну, надеюсь, не обидится Эйкрон Джон. Вроде как есть. Ничего страшного. Единственная девушка в жизни, которую я на доту играл. Блин, я слабее нее играл. А, лол, прикинь. Кто проиграет, тот моет посуду. Прикинь, ты постоянно посуду мыл. Слушай, ну, бывает в жизни огорчение. Шаги. Моя команда танки. Блин, но я что-то подумал, что сенты силачи, а мы ловкачи. Ну, что-то перепутал я немножко, да? Немножко перепутал. Хотел внимание поставил сделать, как просил. Но я типа, ну, как бы я не люблю такую тему, когда, да, вот подписчиков заставлять что-то делать, да, в плане того, что, ребят, я написал по возможности, ребят, пожалуйста, пихните там туда силачи, туда ловкачи, буду очень благодарен, потому что человек попросил. Вот, и как бы сделали вроде ребята, да? Вот, но все-таки накосячил, да, в просьбе? Ну, сорян. Ну, вроде все равно же играем ловкачи-силачи, типа, силачи против ловкачей. Поэтому извините. Я, ну, виноват, сори. Признаю. Признаю, ребят. Но надеюсь, все равно катка понравится, брат. Спасибо за поддержку большое. Чаще бы такие челленги. Чаще бы такие челленги. Конечно. Без разницы, бро. Главное, хорошая игра. Спасибо, дядь, большое. Спасибо, дорогой. Хорошо. Отлично. Вот это я раздал стиля. Хорошо. Раздал стиля, так сказать, да? Ты. Душай. Идем Т2 смело. Чё я повторю, наши невидимые борцы за справедливость, модераторы, спасибо. Нифига там модератор восхваляет. Чё там, модератор какой-то за кого-то задонатил, что ли, на слот? Ты откуда? Я стоп-сэ. Видела игру, дядь, с Пуджом, как ты антимага выхукал? Да, прикольно получилось, согласен. И в меня кидает именно. О.
Когда Чапалахов не станет. Ладно, буду драться. Опа, летающий Атраксекс. Ща-ща. Такое себе. Я умер тут два раза. Сало уже было, надо было сало и т.п. Ой, я тупой. Жесть. Хорош, задуши, дядь, до талого. Давай, на характере. Эх. Опа, вовремя. Спека моя, это моя спектрулька, ребята. Альтер-эго, брат, не юзать ульту минуту было. Брат, ну ты прости, пожалуйста, буду ульт юзать. К сожалению, у меня ульт пассивный. Че, погнали, еще пофармим, надо дасты брать. Леорик там с перчаткой. Жестко, они отпор дают все равно. Отпор все равно дают. Все равно отпор дают. Красавчики. Делай вопреки, делай от руки. Это там жестко. Найкс вышел, хапанул, убежал опять. Погнали. Диффузи контрит Леора. Ну, ману, если сожжешь, то контрит, а так нет. Найк слоу хэповый с армлетом. Фига ката там шандарахает по 50. Мощно. Хорошо. Хорошо. Чем ближе ты, есть больше урона. Ну, наоборот. Он хайскилл подтролливает. Немножечко. Тролли-воли. Какая версия Варуора? Какая версия Dota 1? 65-й патч. Ой, 85-й. 65-й. Где я взял вообще это? Восемьдесят пять патч, брат. МКБ идет вообще. Привет, конечно. Че хочешь, ей может пойти, дядь. Главное, чтобы руки не из жопы были. Старая мета, дядь. Поехала. Хорошо, туда его. Эх, сейчас бы этого подвязать, ну ладно. Ладно. Здорово. Ой, Лотар Сейдж там. Бегин, беган, бегун, брат. Наблюдая одного героя, не собираешь золотой меч. Почему? Всегда собираю, дядь. Всегда собираю, бро. Если челленджи, так вообще на ура.
Через Эзериал будешь? Нет, дядь, зачем? Спасибо, приветствую, кто на стриме. Не забывайте подписываться. Кому не сложно, буду очень благодарен. Спасибо большое. Перед смертью закуп делаешь, есть возможность, что закуп будет работать, брат. Бабки не снимут. Кредитнешься. Если что. Пойдем на базу сходим, что-то МП, ХП нет вообще. Печальненько так. Морстин, брат, спасибо. Ну ты Морстин, бро, от души. Спасибо большое. Морстин, брат. Морстин килл. Ух ты, бро. Какая там заруба. Привет, дальнобой. Аркаша Ку. Привет. Хочу посмотреть на Рики Марус Фаст Рапира. Ультракиллы приветствуются. За рампагу накину еще. Ой, бро. Ну и бодрый музон для подзарядки. Спасибо, дядь. Ну давай попробуем. Не обещаю, конечно, но буду стараться. Спасибо. Золотой меч это рапира, конечно. Вон, только чел говорит, рапиру не собираешь. Вон тебе рапира, пожалуйста. Давай попробуем, дядь. Спасибо большое. Ой, бро. Нет! Привет, переходи D2. Да ну, неинтересно, брат. Смотреть нормально, на канал зайди, там нормальный стрим. Не, это за честные битвы, брат. Есть. Привет. Пошло, пошло. Ну на next сделаем челленджи. Бла-бла. Красава. Спасибо, ребят. Почти 1000 человек на стриме. От души. А, сижу на пляжу. Всех задушу, да? Ай, пот мафидит. Давай, Лига Дига, беги. Шорт, отдельный чат, конечно. Тоже играю 83-ю. Не-не-не, 83-ю не играю, брат. 83-я для слабых. 85-я для силачей доты. Тоже раньше рапиру золотой меч говорю. Нет. Прямой эфир или как? Нет, брат, это... Косой эфир.
Ну пусть идет танчит. Приветствую, есть 85-я карта с ботами? Нет, брат, к сожалению. Спасибо за трек, дядь. Очень приятный трек. Дуй. Да, 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 не знаю, что делать. Не знаю, что он не стримит. Уай, хорош, нифига он душит. Не знаю, у меня чел на Джаггере забирает Аегис. И в итоге мы оба дохнем и ноль импакта от этого. Ну вот и чё, зачем Аегис брать? От меня-то толку больше будет. Не знаю. Я пойду фармить, короче. Пока не сделаю слоты свои. На гитаре на 60к, конечно, брат. Что-то подлагивать начал, да? Надо фармить. Шоди заруинил сейчас, если честно, мне кажется, половину игры своим мувом. Хрена берет Аегис, не понимаю. Это просто по рофлу взял. По рофлу взял Аегу и начинается сливание игры. Вот такие рофла катки превращаются в оверпотные катки, потому что ребята, которые не умеют, да, вот не понимают немножко игру, они будут вот так вот подруинивать. Ну это Шоди, ему простительно, он всегда так играет. Поэтому нормально. Выиграем, выиграем, не выиграем, не выиграем, ничего страшного. Просто надо объяснить, что лучше так не делать, если он хочет выиграть. Правильно, ребят? Правильно. Почему втроем дрались Дед Спектра? Не знаю, они все что-то там гуляют где-то, пиво пьют, наверное. А не суть, я крипов погоняю, пойду сам ломать. У меня БКБ будет, кнопки будут. ЕСА, привет! Шапалаки! Как милый брат. Привет. Че там Шапалак Берри Птастайм избавь? Ой, брат. Шапалак Бер. Думай, из-за невозможности обзор на героев не хочешь играть D2? Да не знаю, дядь, я играл D2, но мне неинтересно ее играть, честно. Мне интереснее играть первую доту, чувак, серьезно. Куда приятнее. Ты уж, конечно, извини меня. Первая дота One Love. Я не знаю, не стримит он почему-то. Он, наверное, типа зашел что-нибудь видосик записать. Я тоже так заходил. Так, бикиби есть, надо теперь варды какие-то. Варды. Хорошо. Ну,
Мой бобус рэди, брат. О, Шер, привет. Как дела, брат? Что подлагивает, да, вот это прям. Да что ты от меня хочешь? У нас нету сентрей, чтобы полить этого тиника. Я не знаю, как мы будем это выигрывать. Но типа сентри категорически никто не берет. Я только один беру сентрики. За. Жесть, что за хрень? Ой, хорошо. Подлаги, да, какие-то? Гем. Старый добрый мир, дотеры против наших дотеров. Ой, бро, вообще жесть. Вот это дота была бы. Это дота была бы. Изменили все. Да я видел, дядь, что изменили все. Вот в том-то и дело, мне не нравятся эти изменения. В этом-то и дело, брат. Good game. Шоди соло. На XV спектра кто выиграет? Спектра должна выиграть. Хорош. Дядь, ну надеюсь, катка понравилась. Вроде, ну, раскатали. Они... В середине игры они очень сплоченно давали нам чапалах, но все-таки решает, знаешь что, тут не решает пик, дядь, не решают герои, решают руки. Реально руки решают. Я тебе серьезно говорю, брат. Именно руки решают.